Работники РМУ Роман, Рябов, Руслан, Рыщев, Ростислав, Романов. Разговорились. Ростислав, работаешь, работаешь. Рутина. Роман, Рябов, расслабимся. Ребята, рыбалка, рюмочка. Руслан, рыбалка, реальная расслабуха. Ростислав, решено. Рима разбудила Романа. Роман разинул рот. Раскинул руки, растянулся. Рано? Рима, расцветает здоровье Романа Рябова. Ребята, расселись. Радиостанция «Русское радио» рубит русский рок. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Работаем над артикуляцией, чтобы хорошо выступить сегодня. Очень хорошее упражнение, оно прям замечательно артикуляцию улучшает. Язык напрягается вдвойне. Всем здравствуйте. Насмешила вас немножко. Дорогие мои, сегодня у нас эфир, посвященный лечению поясницы. Сегодня не поясницы, любой проблемы, не только поясницы. То есть я хочу сегодня в прямом эфире кого-то из вас полечить. Сразу говорю, нужно будет раздеться до нижнего белья, потому что я хочу сначала вас подиагностировать, то есть это будет мини-консультация, мини-лечение, да? Сначала раздеваться не надо, сначала я с вами поговорю, позадаю вопросы, а затем нужно будет раздеться, мы проведем диагностику, и потом мы уже проведем лечебные упражнения. Просто посмотрим положение позвоночника, положение плечевых суставов, поэтому давайте, кто у нас будет стриптиз показывать? Ой, немножко юмора, а то все загрустили, дождик еще. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Айман, я с вами несколько раз уже встречались в прямом эфире, писала свои проблемы. Сейчас хочу сына. У него болит очень... Берге, чё? У него болит поясница. Чё, хочет проверить? Сидеть за партой не может долго. Уже на четвертый, пятый уроки он отпрашивается, уходит домой. Покажи. Архангельтер, ровно встань. Смотрите, ага, да-да-да. Ага. Рассказывайте, ровно... да, рассказывайте. Ну, смотрите, чтобы мне его посмотреть, нужно будет нам ровно камеру поставить. Вы пока что просто расскажите ситуацию вашу. Рассказывайте. У него... Меня слышно же, да? Отлично. Прям, мне кажется, даже больше, чем меня слышно. Он сидя, не ест. Сейчас в последнее время просится лежа кушать. Ну, что у него? Что у него? Болит что-то или что? Почему он лежа поясница. Вот он показывает боли. Курсит хайжет бегас именно. Курсит прям колми. Как болит? Как болит? Ну, это... Но... это... У него ЗВПО, задний и верхний подвздошную ось, он на них показывает. Видите ямочки? Приспустите немножко шортики ему. Да, видите, он вот. На ямочке, он четко на крестец показал вам. У него болит крестец, у него не поясница болит, у него крестец болит. Еще раз покажи, еще раз. Куртит тогда. Вот, он показывает вам четко на крестец. Хорошо. Ага, еще рассказывайте, да-да-да. То есть как давно это появилось, расскажите. Появилась недавно, год назад. У него начались боли в пояснице. Сейчас мы ему тяжелые не даем поднимать, даже пылесосить не даю, потому что у него здесь, мне кажется, горбик появился. Вот да, не будет. Здесь, а именно здесь появился горбик. Вот. Да. Да. А такое я может вижу. Быть, да, это правильно, это неправильно. В порядке вещей. Это неправильно, это говорит о том, что у него отсутствует прогиб в пояснице, то есть в норме тут должен, позвоночник не должен в этом месте торчать. У нас вообще из всего позвоночника должен торчать только 1/7 шейный позвонок, больше ничего у нас торчать не должно. Здесь, да, где-то здесь? Вот, выше. Выше, вот выше, здесь? Выше. Вот только один, да-да-да, вот вы пальцем держите, да, еще раз приложите. Ага. Вот, стоп, не двигайте. Вот, только 1/7 шейный позвонок должен в позвоночнике торчать. У него торчит абсолютно весь позвоночник, то есть это не есть хорошо. А почему такое может быть? Давайте поставим камеру,
поставим камеру, попробуем хотя бы, попробуем, потому что мало у кого получается. Сразу говорю, что может это все долго, да, ставьте на подоконник на уровне груди. То есть на уровне груди должна стоять камера. Если на уровне живота или на уровне таза получается, то книжечки подкладываем. Сейчас подойти к подоконнику? На окно берете, ставите камеру на окно. Берете книжку. Ага. Окно у вас, да. Поставьте камеру, я посмотрю, подойдет. Это низко. Чтобы мне правильно посмотреть, нужно взять книжки. Несите книжки, может, или коробку вот какую-то. Может, вот так? Чуть, или чуть ниже? Нет, ниже не надо, чуть наклоните вниз. Угу. Как мальчика зовут, подскажите? Бека. Бека. Бека, отойди, пожалуйста, подальше. Я посмотрю, ровно камера стоит. Вроде ровно. Отойди назад. Назад отходи. Еще. Отходи назад, не бойся. Да, ровно камера стоит, отлично. Так, ну вот это люстра, конечно, чуть вперед. Чуть вперед. Еще ко мне поближе. А у вас лампы нет никакой подсветить спереди? Конечно, мне видно, что идет изменение. Покажи мне левую руку свою, левую руку. Телефоном сейчас посвечу. Да, попробуйте телефоном подсветить или лампу, или что-то такое. Смотрите. Да, пока у нас мама несет лампу. Смотрите. Это левая рука. У меня это тоже левая рука. Сбоку, сбоку. Вот, хорошо, все. О, тут целая артиллерия собралась. Немножко больше. Теперь телефон сильно сбоку, немножко ближе. Не нашли телефон? Ниже? Не-не-не-не-не. К фонарик, немножко ближе к... Не-не-не-не. Дальше, но... Ближе. Нет, вот самый первый раз было нормально. Вот самый первый раз. Потом вы начали менять положение камеры. Дальше отойдите ближе к подоконнику. Встаньте ближе. Ближе к подоконнику отойдите. И телефон... Вот, все. Хорошо. Все, не двигаем камеру. Смотрите, очень хорошо видно, что вот это левая рука, да, у Бека это тоже левая рука. Очень хорошо видно, что левая рука ниже, чем правая рука, да. То есть идет изменение. Бек, держите шторы, да. Бек, отойди немножечко, пожалуйста, подальше. Подальше немножко. Отойди назад. Назад, назад, назад. Назад. Угу. Все, стоп, стоп. На лицо посвети немножко, я посмотрю положение черепа. Фонарик на лицо наведите. Там засвечивает люстра еще. Угу. Ну, голова примерно прямо, да, расположена. То есть голова примерно прямо расположена, а тело смещено, да, грудной отдел смещен. Бек, боком повернись, боком. Боком. Угу. И дальше назад отходи, дальше. Дальше назад. Дальше назад. Смотрите, у нас бек стоит как струна. Вот еще больше назад отходи. Назад еще больше. Да, тут, конечно, люстра. Ну, смотрите, вот бек стоит как струна. То есть он натянутый стоит. У него таз. Есть такая закономерность, запомните. Та часть тела, которая больше уходит вперед. Вот встаньте с другой стороны, спереди посветите. Ага. Да. Да, вот так подержите. Вот так, отлично. Да, вот так хорошо видно. То есть бек стоит как полуструна. Нет, да, фонарем да. Продолжайте светить. Фонарем продолжаем светить. Угу. Как полуструна. И есть такая закономерность. Запомните, та часть тела, которая больше уходит вперед, в ней основная проблема. У бека это тазовые мышцы. То есть у него... На поясницу идет нагрузка, и вот крестец у него болит,
Не потому, что в крестце проблема. Там, конечно же, проблема есть. Но проблемы в крестце и проблемы в пояснице у него за счет слабости тазовых мышц. Скорее всего, у Бека есть 100% плоскостопие. Вот прям даже достаточно, даже не первая и не вторая степень. Я думаю, что у него практически плоские стопы. Поставьте камеру теперь вниз на пол, я посмотрю его стопы. Поставьте камеру вниз на пол. А я вам чищу. Бека, а я вам чищу. Вы с Казахстана, да? Да. Да, я люблю Казахстан. Хочу к ваши горы потрясающие. Я в Алматы была. Да? Да, в Алматы была. Потрясающе. Не обожаю Казахстан. Так, ставим камеру. Да. Бек, та нога, которая ближе к камере, ты ее ставишь назад. Это получается у назад. Тебя... Да, назад. Да-да-да. Не-не-не, опора на стопу, которая у нас впереди, да, на носочек, вот та нога, которая назад ушла, на носок ее ставим, та нога, которая спереди, да, опору на нее делаем. Объясните Беку, потому что он не понимает. Нет, камеру не держите, поставьте ее, поставьте просто на пол. Поставьте. Не-не-не, переворачивать точно ничего не надо, поставьте просто камеру. Он, чтобы колено правую... нужно немножко. Ну, вот там, да, видите, Инстаграм все переворачивает. У вас это правая нога, да? Но у нас это как левая. Да, да. Да, просто Инстаграм переворачивает, поэтому я говорю та, которая от камеры, та, которая ближе к камере, чтобы у зрителей сомнений не было, и чтобы они не путались в том числе. Нужно, смотрите, опору. Вот правой на опору нужно сделать ему на правую ногу. То есть коленку немножко вперед увести. Опору сделать на правую ногу. Вот так вот. Вот, вот, а да, поднять да, да. Нет, поднимать ничего не надо. Да, ничего не нужно поднимать. Вот. У него третья степень плоскостопия. Свод стопы должен быть вот такой. Хороший должен быть свод стопы. У него здесь, практически... Да. Да. Ну, не совсем корректно то, что на ковре, но у вас ковер он не продавливается, он у вас достаточно плотный ковер. Можно, конечно, на пол перейти, но это вторая-третья степень плоскостопия, ближе к третьей. То есть можно отпечаток сделать, но свод стопы должен быть выше, намного должен быть выше свод стопы. То есть это в том числе влияет, то есть плоскостопие влияет на слабость тазовых мышц. То есть мышцы стоп слабые, и это провоцирует слабость таза. Вот. Ставим камеру, как мы ставили, на подоконник. На подоконник ставим. Угу. Ставим. Первый этап. Как давно у него это... Как давно он начал жаловаться, расскажите мне. У него год назад... У него год назад случился обморок на тренировке. Угу. Он боксер, ходил на тренировки, и утром до тренировки он упал. После этого, это ровно год назад, в прошлом году в апреле. После этого мы... Подождите, стоп. Давайте ровно поставим камеру, не будем ее дергать, потому что вы ее держите. Да, давайте ее просто зафиксируем, и у вас будут свободные руки. Хорошо. И стоит. И вот после тренировок он уже с тех пор не ходит на тренировки, не посещает, ему запретили посещать тренировки, проходили МРТ, это все. И вот это где-то с прошлого года у нас, где-то в осени начала болеть поясница. Хорошо, смотрите, давайте вы будете отвечать на мои вопросы. Смотрите, как понять, что он упал у вас до тренировки? То есть он пришел на тренировку и до нее каким-то образом упал. Как это произошло? Расскажите. Их утром строят. Оказывается, на тренировках утром их строят. И вот как на построении он стоял, он говорит, просто помутнело в глазах, он упал. Ну вот сюда. Он не набегался, не переутомился, хотя у них где-то 2 часа у них бег занимает, если не больше.
Повернись еще раз боком, бег. Повернись боком. Да, сделайте, как вот закройте чуть-чуть, да, вот как вы делали, и фонарик включите, включите фонарик. Фонарик. Вот, отлично, отлично. Смотрите, есть две закономерности, да, то есть расслабься, бег, вот как ты привык стоять, вот так вот, вот как в жизни расслабься, да. Смотрите, как сильно он запрокидывает голову, как у него сильно пережимаются вот эти вот сосуды и нервы в шейном отделе. Из-за этого у него, конечно, зажимаются позвоночные артерии, конечно, он у вас будет падать в обморок, потому что у него очень сильно пережаты позвоночные артерии. Вот, так, вот такого вот прям, да, то есть что у него? У него голова уходит вперед, он ей клюет, и у него очень сильно сдавлены вот эти вот позвоночные артерии. Это первый момент. Второй момент. У него таз уходит сильно вперед, и вот эти вот внутренние тазовые мышцы, они дают нагрузку на его крестец. То есть крестец у него болит. То есть от того, что вы будете там делать массаж, какие-то иглоукалывания и тому прочее, ему это не поможет. Ему это не поможет. Ему нужно лечить внутренние мышцы таза. И при таком положении таза, при таком положении тазовых мышц, у него 100% уже развивается, уже, возможно, есть опущение внутренних органов. Вот. А это простите, это влияет на пищеварение, потому что у него частый жидкий стул? Да. Это влияет и на пищеварение. То есть у него все внутренние органы, они слабые, и они у него либо уже опущенные, либо опускаются потихоньку вниз. То есть у него опущение, то есть связочный аппарат. Вы видите, он струной стоит. То есть он натянут, он как струна. То есть человек должен стоять ровно. То есть ровное положение должно быть. А у него прям идет запрокидывание, да, то есть у него тазовые мышцы, и, конечно, у него он показывает прям на крестец, на вот эти вот ямочки крестцовые. Что-то, ага, подтормаживает чуть-чуть. Хорошо, ну, давайте закончим с диагностикой. Тут говорить можно, конечно, бесполезно. То есть третья степень плоскостопия, она тоже влияет. Вторая-третья у него это однозначно. Вторая-третья степень плоскостопия. Но там нужно дополнительные тесты делать, чтобы точно определить. Вот. И, естественно, пока он не вылечит плоскостопие, тазовые мышцы будут слабеть. Еще раз скажите мне, вы его лежа или стоя рожали? Ну, то есть в полусидячем положении, потому что сейчас практикуют уже вертикальные роды. Вот. В каком положении вы его рожали? Лежа. Да. Ну, смотрите. Сейчас большинство клиник переходит на именно родильных, на роды вертикальные, а не горизонтальные. То есть не лежа, когда идет родовой процесс, идет под вывих черепа. И это тоже провоцирует изменение позвоночника. Но это ошибочное мнение, что если исправить атлант, то исправится весь позвоночник. Потому что зависит не только от позвоночника, зависит еще и от тазовых мышц слабых, от плоскостопия. Если это имеется, то как бы вы ваш атлант не вставляли, у меня огромное количество есть людей, которые делали правку атланта. Мы тоже этим занимаемся с помощью специальных техник, без всяких там приборов мы это исправляем. Но правка атланта, она недолгосрочная, если нет лечения плоскостопия и тазовых мышц. То есть только так можно долгосрочно исправить позвоночник. Если просто атлант поправить, но есть плоскостопие, есть тазовые нарушения, то он у вас не будет стоять долгосрочно. Ага. Хорошо. Так, что вам... давайте так сделаем. Чтобы поработать, я вам сейчас по полочкам разложу, что нужно сделать вообще. Ему нужно в первую очередь поработать с тазовыми мышцами. Вот. Для этого нужен такой треугольный массажер, называется молекула. И под контролем врача вообще выполняется это упражнение. То есть это на внутренние тазовые мышцы. Мы можем, например, если вы этот в Казахстане там... У вас же закрыто карантин все, да? То есть тоже там ничего, доставки никакой нет, магазины все закрыты.
Да. А бывает в аптеках продают треугольные такие массажеры. Они, знаете, вот как... Сейчас объясню вам. То есть вот такая вот как бы массажер. Один палец вверх, другие там четыре пальца. Да? И он по типу треугольника. Для чего он нужен? Очень хорошо вот этим тренажером... А, кстати, мы можем же с вами руками сделать. Это если самостоятельно, то массажер молекула. А если, например, помощник есть... Да, давайте сейчас сделаем. Смотрите. Напомните, мальчик Баким? Бека. А, Бека. Бека, ложись, пожалуйста, на диванчик, либо на пол, куда угодно. Можно на диванчик. Вот диванчик, я вижу, у вас есть. Ложись. Мы сейчас немножко поработаем с тазовыми мышцами, мы их включим в работу. Да, и я скажу, какие упражнения нужно будет делать. Помимо этого, нужно его плоскостопие лечить, нужно с сутулостью, конечно, работать, с внутренними органами, висцеральной терапией нужно заниматься. Тут, конечно, нет, на спину. Запомните, там, где болит, нужно всегда лечить в другом месте. Это ошибочное мнение, что если, например, болит там шея, значит, нужно бежать и лечить шею. Нужно посмотреть, где в грудном клетке есть влияние на шейное отдел или на поясничный. У него идет боль в крестце, потому что у него слабые тазовые мышцы. Вот. Ага. Сейчас мы будем с ними работать. Возьмите стульчик, чтобы вы стоя не стояли. Ага. Да, возьмите стульчик и присядьте. Я уже сижу. А, вы уже сидите. Ага. Хорошо. Чуть-чуть, вот, немножко приспустить нужно ему штанишки. Чуть-чуть. Ага. Вот, видите, тазовые косточки. Чуть-чуть еще пониже. Да. Тазовые косточки. Вот. У вас ногтей нету, я надеюсь? Ногтей. Нету. Отлично. Молодцы. Вот прям это самые хорошие руки, идеальные. Так, смотрите, как необходимо делать. Давайте с левой стороны будем делать, с левой. Вам нужно сбоку сесть. Вы где? Вы с правой стороны. Ага. Хорошо, тогда давайте с правой будем делать. Чуть-чуть пониже камеру. Угу. Как бы вниз. Вот, да-да-да-да-да. Вот сюда. Вот, нащупайте вот эту косточку, да. Нащупайте ее. Да, вот. Да. Вот. И теперь смотрите. Я вам покажу на видео... Наведите на себя камеру, я вам сначала технику объясню, чтобы вы посмотрели. Да, наведите камеру. Смотрите, вот таз, да, таз. Ага. Представьте, что моя рука – это таз. Угу. Вот это одна косточка, которая выпирает, которую вы сейчас щупали рукой. Вот это другая косточка, которая выпирает, которую вы щупали рукой. Вот. Угу. И вам необходимо, вот вы сейчас ее как бы пальчиками нащупали, вам необходимо вот так вот, ну, можно одной рукой, можно двумя руками. У вас одна рука занята. Можете попросить своих деток, чтобы они подержали камеру. И можете двумя ручками, прям в эту косточку, смотрите. Вот, вот пальчики вовнутрь, да. Вам нужно вот эту... Там очень больно будет, сразу говорю. Ему будет очень больно, там мышцы перетянуты. И ему нужно согнуть коленки. Коленки должны быть согнуты, то есть не прямые ноги, а коленки согнуты и стопы ближе к себе. Да? Коленки согнуты, стопы приведены. Да, тогда у него брюшная стенка расслабится. Да. И немножко больше приспустите. Да. Попросите подержать ваших деток камеру, чтобы у вас две руки были свободные. Угу. Вам видно же, да? Вот я сейчас буду делать, вы смотрите. Вот так вот? Ничего страшного не случится. Не-не-не-не-не. Да, все правильно вы делаете, только смотрите. Не-не-не, не бойтесь. Она... Объясню. Вот что мы делаем вообще, да? Вот у нас внутри таза располагается подвздошно-поясничная мышца. На этой мышце у нас фиксируется
все внутренние органы мочеполовой системы, то есть мочеполовая система, она фиксируется на этой мышце. И если она перерастянута, как у, как раз у вашего мальчика это имеется, то внутренние органы начинают скатываться, они начинают падать вниз. И мы сейчас эту мышцу будем как бы активировать, мы ее немножко продавим, то есть мы будем ее в тонус приводить. Она у него не работает. То есть вот эта мышца, которая внутри таза, она у него не работает, она не работающая у него, да? Поэтому мы сейчас пальчиками, да, чуть-чуть пониже камеру, в сторону ног сместите камеру. Вот, вот так, отлично. И немножко, да, пониже, чтобы видно. Вот косточка, да, видите, косточка. Вот косточка, нащупали ее. Не бойтесь, вам нужно, смотрите, объясню. Посмотрите, да. Нужно вот вдоль вот этой вот кости, да, то есть вот нужно глубоко зайти, не бойтесь, да. Не-не-не. Вот поставьте пальцы, поставьте, не двигайте их. Поставьте, как вот вы вверх сделали пальчики, поставьте. Вот так? Да. И зафиксируйте. Ближе к косточке придвиньте, ближе. Ближе к косточке. Да-да-да. Не двигайте палец, пожалуйста. Не делайте ничего, не делайте никаких движений. Теперь вы глубоко внутрь заходите, не бойтесь, вдоль кости как бы. Вдоль кости заходите, да, вдоль косточки, да, двигайте. Отрывать не надо. Вы просто вниз погружаетесь и вверх не поднимаете пальцы, да. Прям вот как бы к косточке прижимаете ваши пальцы к вот этой косточке, к внутренней части. Двумя руками прям заходите. Больно. Если вы... Больно, конечно, больно, у него эта мышца натянута, конечно, ему будет больно. Вы прям не бойтесь, двумя руками глубоко вот в эту, прям глубже, не бойтесь. Там никаких внутренних органов, никаких сосудов там близко нету. Вы ему не навредите. Да, вот вам нужно эту мышцу. Да, да. Это подвздошно-поясничная мышца, вам нужно ее продавить. Вот, хорошенько заходите. Да, то есть и хорошенько вот эту вот подвздошно-поясничную мышцу продавливаем. Да, прям глубоко. Можно это делать самостоятельно самому себе, но для этого нужен треугольный массажер молекулы. Ага. Тогда упражнение выполняется на животе, и это делается вот этим вот массажером молекулы. Вот, можно его в аптеке найти, можно его как-то заказать. Вообще он в Спортмастере есть, те, кто меня с России слушают. Он продается, кстати, можно делать онлайн-покупки в магазине Спортмастер. То есть даже если вы не можете туда сходить, но это не для Казахстана, конечно. А у вас есть Спортмастер? Магазин? Есть. Да. А, все супер. Вы можете на сайт Спортмастера зайти. Как вы сказали, молекула, да? Молекула. Массажер молекула. Да. Да. Хорошенько, глубоко, не бойтесь. Вы меня слушаете, сами вниз, в сторону ног. Сместите камеру, не видно ничего. В сторону ног. Подальше, вверх, не надо близко, чтобы общую картинку видеть. Вот. Вот. И глубоко заходим, да. А сколько бежать? Прям нужно глубоко, зайти и где-то, ну, минуты 2-3 прям попродавливать вот эту мышцу. Она у него расслабится, она у него немножко в то. Что еще раз? Вы меня дослушиваете, а потом перебивайте, ладно? Давайте договоримся. Вам нужно вот эту мышцу хорошенько продавить в течение 2-3 минут. Она у него расслабится и придет в тонус. И после этого мы сейчас еще сделаем с вами упражнение, которое будет укреплять вот эти вот внутренние мышцы, которые у него не работают. Вот. Угу. Хорошенько, прям глубоко пальчиками заходите. Да, задавайте вопрос, какой у вас есть. Надо и с этой стороны тоже, да? Обязательно, да. Сейчас он, пускай перекладывается у вас в другую сторону. Перекладывается. Да. Перекладывается. Какой-то вопрос уже есть. Ты что,
Сен өзің қарап тұрсайш, мұнан алтыста. Кереміз ма? Білмейм мен. А фонарик нужен? Какой фон... Да не нужен никакой фонарик. Если мне что-то нужно, вы лучше камеру ровно сделайте, чтобы видно было не ковер, а то, что снимать. Да. Вот, хорошо. Вот. Да, давайте еще раз зрителям объясним. То есть покажите, уберите пальцы. Уберите пальцы. Уберите руки. Да. Вот косточка, да, то есть приспустите немножко штанишки, чтобы видно было. Вот косточка, вот, молодцы. Мы к этой косточке ставим руки, поставьте руки, как вы ставили. Да. И пальчиками, главное, чтобы ногтей не было. Если ногти есть, то через кухонное полотенце можно делать. То есть у кого ногти, то берете кухонное полотенце. И глубоко вот в эту мышцу заходим. Заходите в эту мышцу. Глубоко. Не бойтесь. Что еще раз? С этой стороны более болезненно. Ничего страшного. Значит, мы не навредим ему, не переживайте. Мы ему не навредим, там сосудов никаких, органов там нет. Вы просто на мышцу давите. Нам нужно ее расслабить. Делайте так, чтобы ему было умеренно больно. Чтобы было больно, но было терпимо. То есть ему полегче станет? Да, вот... Да, вот подавите, подержите, вот, чтобы ему было умеренно больно. А потом глубже можете зайти, да? Ага. Это у тех, у кого есть выпавший живот. Это очень важное упражнение. Конечно, это недостаточно для выпавшего живота. Нужно больше упражнений делать и с тазовыми мышцами. Там очень много... Да, глубоко зашли. Полегче уже, спросите. Спросите, полегче уже? Да. Вот. У него расслабляются мышцы, и вам можно глубже зайти. То есть глубже вы заходите и дальше начинаете продавливать. Да. Покажите еще раз зрителям, как косточка, да, покажите указательным пальцем. Вот эта косточка. Да, мы на нее ставим пальчики. Да, ставим пальчики. Ставьте. И глубоко заходим в эту косточку. Вот. Прям глубже, не бойтесь. Вот прям вдоль косточки, не бойтесь. Прям хорошенько глубоко заходите туда. Как можно глубже. Пускай. Ну, должно быть терпимо. Должно быть больно, но терпимо. Вот. У него эти мышцы расслабляются и приходят в тонус. Давайте следующее упражнение, что мы будем делать. Мы будем укреплять ему... Так уже как быстро время у нас пробежало. 15 минут осталось. Следующее, что мы будем делать, просто встаньте и сбоку его снимайте, чтобы полностью его во весь рост было видно. Встаньте. Встаньте и снимайте сбоку его, чтобы его было видно во весь рост. Хрминтер, мне кажется. Вот. Нет, он лежит на... Он либо на пол он ложится, либо на диване продолжает лежать. Что-то... А, лежать на пол. Он на пол. Не двигаем. Смотрите. Нужно немножко, так как у него поясница болит, чуть-чуть должны быть согнуты коленки. Чуть-чуть сгибаем коленки. Объясните ему, что нужно чуть-чуть согнуть коленочки. Угу. Чуть-чуть. И это сильно, чуть поменьше. Поменьше немножко. Хорошо. Вот так. И смотрите, можно ему положить руки под поясницу, потому что у него поясница может болеть. И во время упражнения может болеть поясница, так как у него эти мышцы очень слабые, под поясницу руки. Да, вот так вот. Да, тогда ему не будет больно. И ему необходимо поднимать, то есть ему нужно зафиксировать ноги, и необходимо поднимать ноги вверх. Это упражнение очень хорошо укрепляет внутренние тазовые мышцы. Угу. Колени чуть-чуть сгибать надо? Чуть-чуть согнутые коленки, да, и поднимаем ноги вверх, перпендикулярно. То есть вот такое вот положение должно. Да. Вверх, выше, еще, вот, и медленно вниз. На два счета вверх, на четыре счета вниз. Раз, два, три, четыре. Поднимаем вверх снова. Вверх, вот, и на четыре счета вниз.
Раз, два. То есть медленно нужно опускать. Не торопитесь бросать ноги вниз. Нужно всегда их опускать медленно. Объясни. Это в день. Сколько раз надо делать? Вы меня слушаете, я вас выключу, вы слушаете прямой эфир. Хорошо. То есть мы с вами что сделали? Мы провели диагностику, мы определили. То есть мальчик жаловался на боли в поясничном отделе. И таким образом мы определили, что у него боли в пояснице, в крестце, они связаны с тем, что у него слабые тазовые мышцы. Также мы определили, что у мальчика третья степень плоскостопия. Дальше что мы сделали? Мы с вами сделали, поработали с внутренними тазовыми мышцами. Это подвздошно-поясничная мышца, которая находится внутри таза. То есть мы находили косточку, глубоко заходили. И второе, что мы сделали, это сделали укрепление на вот эту мышцу. То есть она работает при поднятии ног вниз и вверх. То есть это не совсем пресс. Пресс, конечно, тоже участвует в нагрузке. Но когда именно идет поднятие ног, то есть корпус тела здесь не поможет. Именно когда идет поднятие ног, то тогда очень хорошо укрепляются внутренние тазовые мышцы. Подвздошный сустав, подскажите. Я уже так поняла, что вы, Оксана, начали делать эти упражнения. Если болит крестцово-подвздошный сустав, это очень плохо. В такой ситуации вам нужно срочно, во-первых, с пищеварительной системой работать, во-вторых, у вас очень сильная асимметричность тела, 100%. То есть у вас асимметричность, у вас таз неровный. То есть у вас таз смещен в одну сторону, грудной отдел... То есть у вас очень достаточно сильная асимметричность, у вас развивается коксартроз. Коксартроз. То есть если вы в скором времени эту проблему не решите, то может быть обеспечена замена сустава. Поэтому, Оксана, либо бегом на консультацию, либо бегом к нам на интенсив. Там мы проводим полную диагностику. Составляется протокол на этом интенсиве. Я еще раз... Объясните, как с молекулой работать. Дорогие мои, это нужно прям на человеке показывать. Я на пальцах, к сожалению, объяснить не могу. Вот. Будем чаще проводить такие прямые эфиры, и я думаю, что нам возможность появится. Приобретите этот массажер. Мы запланируем, то есть он в спортмастере продается, он продается в аптеке. И мы запланируем с вами прямой эфир и проведем, я покажу, как с этим массажером работать. То есть с помощью помощника вы поняли, как работать с этой мышцей. А с помощью молекулы, это если некому вам помочь, то можете либо в спортмастере, либо в аптеке, бывают, но без пупырышек, потому что они бывают такие вот прям с неровностями, с пупырышками, то есть вы их такие не берете. Так, у нас уже через 5 минут, ничего себе, как быстро время пролетело. Дорогие, я сейчас посмотрю быстренько. Болит в грудном отделе, простреливает, вдохнуть больно. Дорогая моя Настенька, вот прям написано Настенька. Такая еще лучезарная фотография у вас. Смотрите, Настя, вам необходимо отправить мне свои фотографии, напишите администратору, я посмотрю, хотя бы примерно скажем вам, в чем может быть ваша проблема. И это касается абсолютно всех, можете написать, мы с вами... обсудим этот вопрос. Как часто делать упражнения продавливания и поднятия ног? Необходимо делать каждый день. Продавливание внутренней тазовой мышцы можно делать сначала через 3 дня. То есть если вы прям хорошо продавили, то на следующий день вы прикоснуться к этой мышце не сможете, потому что будет отек. То есть после того, как мы продавливаем мышцы, они начинают набираться лимфатической жидкостью и приходит отечность. Вот, грубо говоря, как синяк, да, образуется мышца, она воду на себя собирает, это процесс восстановления мышцы. То есть когда мы ее продавливаем, грубо говоря, мы ее травмируем. И нужно время, чтобы мышца восстановилась. Поэтому первое время нужно продавливать вот эти внутренние мышцы через 3 дня. Затем нужно продавливать эту мышцу, в том числе
каждый там, потом уже травматизация будет меньше, то есть вы ее через 3 дня будете продавливать, вам уже будет значительно меньше больно, и вы сможете глубже зайти в эти тазовые мышцы, и вы сможете в том числе очень глубоко это все проработать, и уже можно будет делать упражнения и через 2 дня, а потом можно будет делать и через 1 день, а можно потом будет делать и каждый день. То есть именно продавливание, потому что отечность будет уже меньше приходить, травмироваться мышца будет меньше, поэтому вы можете вот этот срок уже вместо 3-дневного сократить на 1-дневный, или каждый день можно будет делать. Вот. А упражнения на внутренние, на поднятие ног нужно делать желательно 2 раза в день, и утром, и вечером. Проснулись. Но мы совмещаем это после висцеральной терапии. То есть когда висцеральную терапию сделали, те, кто у нас на курсе работают, занимаются на курсе, мы сначала даем висцеральную терапию, там еще одни методики мы даем, там много всего. На поясничный отдел даем методики, и только потом уже мы делаем вот это упражнение на поднятие ног. Так, про молекулы я пиксели, нечеткости, нечетко. Ну, ё-моё. Ну, простите меня, дорогие. Не знаю, что с интернетом. Надо, наверное, оператора сотовой связи менять, либо Wi-Fi ставить. Побольше таких эфиров. Да, будет больше таких эфиров, я обещаю. Понравилось, спасибо большое, понравилось. А скороговорка моя понравилась вам? Скороговорка. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Все, целую, обнимаю. И до скорой встречи. У нас подписывайтесь на телеграм-канал, следите за историями сообщений. Там мы будем выставлять бесплатную информацию, а также будем оповещать о прямых эфирах. Поэтому можете либо сейчас оставить заявку на телеграм-канал, либо не пропускать истории. То есть где-то будет у нас будет ссылочка на телеграм-канал, где вы сможете попасть к нам. Все, всех целую, обнимаю. Спасибо, что присутствовали.